Резкий подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается уже в феврале. Специалисты управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ежедневно проводят мониторинг ситуации. На сегодняшний день уровень заболеваемости простудой и гриппом в регионе не превышает эпидемиологический порог. Это срез по всем возрастным группам населения. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года все же рост наблюдается. С февраля мы ожидаем подъем, рост заболеваемости. С 27 января у нас вводится передача информации из образовательных учреждений по числу отсутствующих по причине гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний для введения своевременного ограничительных мероприятий, то есть для карантина. В настоящее время профилактические прививки от гриппа и ОРВИ сделали свыше 32% жителей края. По словам специалистов, это неплохой показатель. Ведь профилактика была и остается одним из самых действенных способов уберечь себя от инфекции.